Душа художника – незбагненний світ, світ привабливий і таємничий. Його чарівні порухи неперевершеною гамою кольорів і барв, естетикою форм чарують нас, примушують тамувати подих перед її величністю, творчістю. Такі відчуття виникають, коли дивишся на цю незвичайну колекцію жіночих прикрас. Прикрас від Ганни Чижевської. Мне кажется, Аня, что нет неталантливых людей. Вот один пишет музыку, другой стихи, а вы делаете такие оригинальные, такие изящные и своеобразные работы, украшения для женщин. Мы с вами согласны, все люди такие неталантливые. Каждый выражает что-то свое на протяжении жизни. Видимо, сложилось так же, что вот у меня мой талант выразился в декоративно-прикладном искусстве. Видимо, это сыграло большую роль, как у семьи я воспитывалась. Вот, на протяжении жизни это все накапливалось, накапливалось. То есть сначала занималась одним, затем занималась другим, как каждый ребенок. Правда, хватается за одно, за другое, за третье, все интересно. А потом уже что-то находит свое, начинает идти развитие. Вот, так и произошло со мной. Сначала мне было очень интересно рисовать. Я очень благодарна своему отцу, потому что учась в школе, а дворец пионеров находился по улице Ленина, и там был кружок художественной студии. И вот благодаря ему, моему отцу, я стала посещать этот кружок. И очень долгое время ходила, занималась, училась рисовать. Это дало тоже свое какое-то начало. Ну а потом следующий скачок. Хочу учиться в ЗАГС. На, пожалуйста, давай занимайся. Тогда было очень сложно с литературой. И опять же сыграл роль мой отец в моем творчестве. Он искал, где только мог. И вот журналы по вязанию приносила. Я часами сидела, читала, считывалась. То есть я полностью сама увлеклась этим и сама этому обучалась. Вот. Получила какой-то опыт. Мне это очень заинтересовало. Я вязала. И с рождения моей сестрички у меня получались уже более серьезные вещи. Потому что я вязала более практически такие изделия. А вот, ну, как будучи ребенком, сложно вязать какую-то вещь очень долго. Хочется что-то быстро сделать, чтобы это уже был готов результат. Я очень любила играть в куклы. Ну, как каждая девочка. Вот, не просто играть, а создавать какой-то определенный ансамбль одежды. Я шила, сидела, и тоже очень много времени я на это тратила. Гулять я не очень любила. И вот так как такой уединенный образ жизни вела. А мама моя в молодости тоже очень увлекалась и вязанием, и вышивкой. У нее прекрасные работы были с вышивкой. А крючком она такие вязала красивые вот скатерти, что ну, глаза радовались этому произведению. То есть вы выросли и воспитывались в такой атмосфере? Конечно, это сыграло очень огромную роль. Во-первых, она научила меня трудолюбию, усидчивости. Играя в куклы, вроде бы занятия, ну что это? Ну это игра, да? А в процессе игры развитие таланта. Вот оно все по крупиночке, по крупиночке. Говорят, что да, вот талант дан Богом. Нет, это одно, но его нужно развить. Правильно, нужно научиться этому, то есть приобретается мастерство. Она часами меня шила, ну, слаживала, скажи, что нужно было заработать. И я сидела рядом.
И вот как-то, знаете, зрительно я запоминала каждый стишок в ее работе, как она кроит изделие, как она, значит, шьет. Она у меня мастер производственного обучения, у нее профессия, она преподавала очень долгое время в училище, обучала девочек. Видимо, вот это все заложенное в отце, в матери, и дало свои ростки, вложили в меня, и результат получился, вы видели какой. Ну вот у вас такие изысканные работы из кожи, такие удивительные украшения. Я думаю, что каждая женщина, имея такие украшения, она будет счастлива, и это какие-то минуты радости будут у нее. Вот. Но как у вас все-таки кожа, вот как вы пришли к тому, чтобы делать изделия из кожи? Не сразу я пришла к этому. Как я говорила, что очень долгое время я вязала. Вот. И какой-то определенный промежуток времени я работала, преподавала, тоже вела кружок, оформление одежды, тоже дом детского творчества на Николаевском. А вот там мы с девочками, я их учила вязать, вышивать, ну, то есть в совокупности, оформлять красиво свитер. А потом как-то все к этому сама пришла, думаю, что я попробую. Первые шаги, конечно, как у каждого ребенка, как когда учится ходить. А вот, потом все лучше, лучше. Ну, а сыграла другую еще то, что ездили на фестивали, то есть общение с другими людьми, опыт, приобретенные с годами, смотришь, что что-то интересное, то интересное. И по крупиночке уже выдаешь свой внутренний мир, свою фантазию, выражаешь в этих изделиях. И таким образом я пришла к этому. Но дело в том, что пока я к этому пришла, я пыталась и работать с кожей, и с деревом, и работать, и тампы делать из кожи. То есть вот увижу, что какую-то интересную работу, я пытаюсь ее повторить, потом дать новое. Но все равно я пришла именно к тому, что я делаю аксессуары. И как вы правильно заметили, каждая женщина хочет красиво одеться, оформить свою одежду. А это же большой стимул создать изделие. И, во-первых, когда его создаешь, определенное состояние души, вкладываешь туда и тепло, и любовь. Я люблю дарить близким людям такие подарки. Когда женщина принимает такой подарок, она сможет его... То есть она потом в процессе ножки, во-первых, то, что она помнит, это одно, а другое она себя чувствует по-другому. Вот. Чувство прекрасного всегда с ней. И она даже преображается и внешне, и улыбка на лице появляется. Она чувствует себя уверенно. Вот. И таким образом вот это толкает меня к этому, к этой работе. Вот. То есть это большой стимул дает. Чтобы... Я хочу, чтобы у нас красиво женщины одевались. И каждая женщина индивидуально по-своему. Очень много золота в магазине, правда? На прилавке. А какой сейчас нужный ли? Ну, не каждый себе позволит один купить и приобрести ту или иную изделие. Не такой, допустим, не так много. А мои изделия из кожи, во-первых, я когда делаю какую-то, допустим, очень красивую там, брошь или же ансамбль, подвеска, эклипсы, я обязательно выбираю заранее цветовую гамму. Если у меня свитер одного цвета, соответственно, значит, я уже как-то стараюсь, чтобы это все в совокупности соответствовало, был действительно завершенный ансамбль. Точно так же, когда я делаю изделия в подарок. То есть я не делаю просто так сделать, а заранее знаю вкусы или подруг, или мам, там, близких мне людей. Я по их характеру, по их внутреннему миру стараюсь точно такое же изделие приготовить и выполнить. Больше того, мне кажется, что каждое ваше изделие, каждое украшение – это индивидуально. Вот, это неповторимо. Да, я с вами согласна. Я никогда не смогу повторить полностью, допустим, выполнив одно, точно такое сделать другое. Нет, никогда такого не бывает. Даже если я буду их стараться повторять, все равно я какой-то элемент, какой-то штрих, я добавлю что-то новое. Не может быть. Ты изделие индивидуальное, а... Ну что за интересно повторять? Это уже как поточная линия, не совершенно. То есть это творчество, это, я не знаю, творческий процесс, поэтому его нельзя ставить на поточную линию, это несовместимо. Вот вы не задумывались о том, почему именно изделия из кожи? Вот вы же прекрасно умеете и вышивать, и вязать, а вот из кожи. Вы не прослеживали, скажем, какую-то генетическую связь? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот сейчас я занялась моим родословным делом. То есть хочу узнать поглубже по маминой линии, по
по папиной линии. Я вот буквально недавно для себя открыла такую особенность. Я была, ну, поражена, что мой прадед имел кожевенный завод. То есть это уже было связано с кожей. И не зная этого, я интуитивно к этому пришла, уже будучи в зрелом возрасте, не так давно стала заниматься работой с кожей, это на протяжении 5 лет. А потом я узнаю вот такую информацию. Мне настолько было приятно, что вот я, получается, правнучка, я продолжила его, но пускай не будем говорить, что по прямой, да, вот в прямом смысле, то есть он занимался изготовлением, там, я не знаю, потом он продукцию, конечно, давал, шили одежду, шили обувь. А у меня уже более утонченные, более изысканные такие изделия из кожи, аксессуары пошли. Но мне очень было приятно, что я, так сказать, продолжатель рода, и под эту традицию эту продолжила, даже как это выразить красиво, даже потрудняюсь сказать. Но, во всяком случае, это вот ветви, это древо, так продлевается, и в наше время это выливается в такую красоту, в такие изделия. Який же слід мати витончений смак, щоб за арсеналом взагалі-то обмеженої палітри кольорів створювати такі гарні прикраси? Ганні Хижевській, здається, підкоряється і час, і простір, і фантазія. І це одразу ж відчуваєш, коли потрапляєш в цю справді казкову кімнату Кіровоградського дюцу, де панує царство добра, світла і краси, царство творчості. Досить уважно придивитися до кожної роботи, щоб зрозуміти, що тут, на цих імпровізованих стендах, не знайдеш жодної, яка б копіювала іншу. Кожна робота індивідуальна. Кожний – злет творчої фантазії художниці. Анна, мне кажется, что, ну, вот, чтобы создать такие красивые изделия, нужно, чтобы у человека была добрая, по крайней мере, добрая аура. Вы знаете, это очень важно, потому что как ты себя ведешь с людьми, какое ты излучаешь тепло, точно такие же люди окружают тебя. И поэтому, видимо, повеление судьбы, это от души идет. Когда я делаю изделия, естественно, в это изделие вкладывается моя положительная энергия, импульс положительный. Поэтому, передавая это изделие, даря, оно не пропадает. Оно может 100 крат еще увеличиться, и человеку намного будет приятнее, если это изделие дарено с любовью, не просто приобретено где-то в магазине. Вот. Хотя это изделие, не могу сказать, что широкого применения, потому что выполняем, в принципе, ну вот я веду кружок декоративных изделий из кожи в детстве в нашем центре. То есть определенный круг девочек, которые выполняют эти изделия. Свой опыт, свое мастерство, свою положительную вот энергию я передаю им. Я вижу, как это они схватывают с удовольствием, принимает это к себе, вот, и этот положительный заряд, который у нас присутствует в нашем кружке, соответственно, передает готовым изделиям. Вот идут новогодние праздники. У меня все девочки сейчас готовят подарки. Никто из них не забыла ни маму, ни папу, ни бабушку, всех хотят вот поздравить, подарить.
в принципе, у них такое огромное желание сделать работу своими руками, и они с таким усердием, с таким вдохновением выполняют эти работы. Ну как же тут нельзя сказать именно положительная энергия, да? Правда же? Это же очень важно. Вот это у нас присутствует, причем на каждом уроке. Это на каждом уроке. Они не хотят уходить, заканчивается время определенное, да, им пора на занятия, они говорят, ну отпусти, ну давайте договоримся, ну давайте еще посидим немножко, ну вот мы не закончили, мы хотим, значит, как можно больше сделать. И они с огромным желанием выполняют не только для себя, они же говорят и для подружек, и для сестричек, то есть для своих близких людей, они с огромным удовольствием это делают. Это большой плюс нам. Нашей работе. Ну вот, коль скоро уж мы заговорили о биоэнергетике, то мне хочется сказать, что вот, бытует мнение, многие считают, что носить изделия из кожи, ну, это не всегда хорошо, иногда даже вредно. Ну, говорят о том, что это энергия убитых животных. Вот. Но вы то и другое мнение. А как вы считаете? Ну, у меня есть своя точка зрения по этому поводу. Дело в том, что существует международная организация Greenpeace, которая занимается и пропагандирует, чтобы как можно меньше убивали ценных пород животных, да, меха, вот и носят натуральные шубы. Это совершенно другое. То есть у нас массовое производство. У нас мы работаем с отходов, кусочков кожи, свина и говяжья вот кожи, да? Но мы же не сможем завтра с вами прекратить кушать мясо, или же мы же не сможем с вами ходить без обуви, без ботинок, без туфель, без куртки. То есть это мы не остановим, правильно? А мы наоборот считаем, что мы делаем полезное дело. Все кусочки кожи, которые, казалось бы, выбрасываются, а мы им даем новую жизнь. И причем такую эстетическую, красивую. Да, дополни какими-то бусинками красивыми, пуговичками. Мы абсолютно даем новые изделия. Вот. И как мы уже с вами говорили о положительной вот биоэнергетике, мы же вкладываем свою доброту, свою любовь. Я не могу сказать, что эти изделия будут вредны. Наоборот, мне кажется, они еще принесут какую-то свою пользу. И нося эти изделия, броши, подвески, настроение будет намного лучше. И состояние души будет другое, поэтому... А вот биоэнергетика камней, которые вы часто используете для своих изделий? Да, я люблю работать с натуральными камнями, и как только появляется возможность побывать на Андреевском пусте в Киеве, а там продают вот натуральные камешки, я очень люблю посещать эти места. Во-первых, и приобретение опыта, потому что там очень интересные работы, и художественная вышивка, и резьба по дереву, и картины. Ну все, там изобилие этих работ. То есть для себя что-то подчерпываю. И эти камешки натуральные я покупаю, а потом, значит, я их обрабатываю уже в коже. Так что я хочу сказать, что каждый камень, он наделен своим свойством. Вот. И когда он идет в сочетании с кожей, вот тут уже идет связь и биоэнергетическая, и, значит, свойства этого камня. То есть один камень, как говорят, как-то оберегает, ну, бережет себя, да? Ну, можно, как говорят, это не от нечистой силы. Вот, например, бытует такое мнение, что когда в доме есть что-то из янтаря, янтарь охраняет и очищает. Другой камень несет в себе другие качества. И это очень здорово, когда вот идешь на это изделие, и ты уже знаешь заранее, может, даже какое-то есть внутреннее такое состояние уверенности, что да, вот это бережет тебя во всяком случае. То есть это тоже... От глаза. Играет. От недоброго... Тем более, допустим, если человек в это верит, читает литературу, это играет, я думаю, большую роль. Во всяком случае, для меня это немаловажно. А то, что даже работать с натуральными камнями, это очень интересно. Одно дело, вот у меня был такой этап, что я применяла для своих изделий бижутерию. Да, это интересно, это красиво, но это какой-то определенный этап. Только что-то другое, новое. Вот. И вот появилась возможность натуральными камешками работать. Идей очень много. Воплотить их, конечно, не всегда хватает времени, но всему свое время. Я считаю, что у меня все.
все получится, я достигну своего. Вот как вы форму придумываете, эскизы вы, наверное, какие-то рисуете, да? Делаете эскизы? Конечно, да, непосредственно перед тем, как я приступаю к работе, я вынашиваю свою идею. Вот. Если нужно, я заношу ее, рисую блокнот, что-то изменяю, что-то добавляю. И когда уже я считаю, что да, я готова приступить к работе, ну, это тогда работа делается очень быстро, потому что отбрасываются все стороны дела. Только вот сосредоточены, и хочется это выполнить. Вот. И тогда эта работа испарится и получается. Хотя бывает и такое, что вроде бы вот задумка готова, вроде бы все, ну, казалось бы, ну что может помешать? А когда начинаешь делать, не нравится, откладываешь в сторону. Потом опять к ней возвращаешься, ходишь, думаешь, ну, казалось бы, ну, вроде незатейливо какая-то брошь. А для того, чтобы ее выполнить так, как хочется, бывает, что надо много времени. Ну, это уже тоже зависит и от настроения, и от характера, от всего. Ну, если мы живем, каждый день что-то происходит новое, правильно? И поэтому уже как-то это очень сказывается и на работах. Какие-то определенные этапы. Допустим, вот моя коллекция 1-2 года назад, она своя, то есть несет свое начало. Будучи уже более новые изделия, они уже совершенно в другом ракурсе выполнены, они несут другой заряд уже, совершенно другой импульс. Потому что человек, особенно творческая личность, очень меняется, совершенствуется. Наверное, поэтому совершенствуется и работа. Я очень благодарна судьбе, что по роду своей деятельности я очень часто сталкиваюсь с интересными творческими людьми, с художниками, с народными мастерами. А это дает огромный заряд, импульс творчества, приобретается определенный опыт, меняется мое мировоззрение. Ну и, соответственно, меняются и мои работы. Вот. У нас очень часто проходят выставки музея Смёркина. И с Андреем Михайловичем Надеждиным у нас очень тесная связь. Его работа, его творчество очень повлияло на мою. У нас прекрасный педагог Ирина Михайловна, она философ у нас вообще. Женщина, у нее настолько интересные работы, художник тоже, вот она преподает. Ирина Михайловна, а фамилия? Наталья, да, она руководитель у нас ее студии. То есть вот эта связь, вот это общение с людьми, я могу очень много имен называть, потому что именно эти люди сыграли в моей судьбе, в моем творчестве определенную роль. Я хочу выразить благодарность Светлане Васильевне Староженко. Она у нас руководитель кружка «Роспись», но это ну, талантливый человек, это настолько женщина богата вот душой, творчески. Она тоже работает с кожей, но у нее и стампы, вот она больше стампы, у нее народное творчество, у нее... Работа с деревом. Это настолько гениальный человек, что она всегда, когда она что-то умеет, она всегда поделится. Она никогда не уйдет, не скажет нет, она всегда идет навстречу. Поэтому вот связь с такими людьми дает огромный заряд бодрости, огромное желание творить вот что-то новое, вершить, крушить, созидать. Вот будем говорить так. Вот это чувство прекрасного, которое мы ну, просто ощущаем в ваших украшениях, в ваших работах, оно всегда с вами в жизни? Всегда. Потому что имея 3 сыновей, во-первых, это большая ответственность. Я очень горда тем, что у меня 3 сына. Они разных возрастов. Вот, но каждый по-своему ребенок индивидуален. И вот когда я бегу с работы, он говорит, мамочка, давай быстрее домой, дом без тебя мертв. А ты приходишь домой, все расцветает, все оживает. И вот эта вот сила, которая нас объединяет, она дает большой импульс, чувство прекрасного, потому что они, у них тоже у каждого есть творческое начало. Они мужчины, какую они профессию выберут, это уже их право. Но вот это единение, вот это единство, которое преобладает, духовное, да, вы правы, единство, это что-то необъяснимое, потому что этот заряд, который присутствует в каждом из них, а потом в совокупности у нас, помогает и вам опускать руки, понимаете? Творить, нельзя, да? Конечно.
То есть это изо дня в день, это новый день. Мы живем в лесополосе, вот Лилековка район. У нас прекрасные сосны, мы каждое утро идем пешком. Мы наслаждаемся этой природой. А это тоже какой-то импульс, это тоже какой-то толчок творчества к новым идеям, к новым работам. Поэтому чувство прекрасного мы живем в этом, нас это окружает. Ну как же без этого? И это с этим чувством мы продолжаем творить, жить, любить. Дай Бог, чтобы это чувство вас никогда не покидало. Спасибо, я вообще оптимист. Я в институте училась, меня всегда называли, не по фамилии, а всегда говорили оптимист в доске. Поэтому вот этот оптимизм, вот эту нотку оптимизма я проношу через всю свою жизнь. Это мне помогает выжить в другие, более сложных ситуациях. А всегда жизнь прекрасна, всегда добро побеждает зло. С этим чувством мы живем. Это прекрасно. Оригінальність, надзвичайність, вишуканість, естетичність. Якими ще епітетами можна назвати цей чарівний сплеск фантазії художниці? І все це неповторне багатство для жінок, для того, щоб підкреслити їх вроду і чарівність. А коли дивишся на цю прекрасну жінку, що має 3 синів, які просто обожнюють свою талановиту маму, коли дізнаєшся, як їй не просто в сьогоднішньому нелегкому бутті, коли чуєш її щирі слова про цей прекрасний світ, мимоволі проникаєшся до неї повагою і розумієш, що сили для життя і творчості дає їй саме ця закоханість, чарівний світ образотворчого мистецтва, що відкриває перед художницею дивовижні грані духовності.